Совсем недавно Казанский федеральный оценил материалы, предоставленные одной из крупнейших табачных компаний, о том, что у них разработано устройство электронной системы нагревания табака, как принципиально отличающееся от традиционных средств курения сигарет. Материал содержал химический состав аэрозоля продукта и сравнение его с дымом контрольных сигарет. Если верить исследованиям, в представленном аэрозоле значение некоторых токсичных веществ значительно снижены по сравнению с дымом обычной сигареты. Некоторые вещества аж до 80%, то есть потенциально этот продукт может вызывать меньше негативного воздействия на здоровье курильщика, но это будет уже следующий этап исследования – медицинский. Будет ли это использоваться дальше – неизвестно. Сотрудники Казанского федерального планируют провести собственные исследования в этой сфере. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ Ньюс.